центре Падуи есть уникальное кафе, где готовят кофе с мятной пенкой. Кафе одно на всю Италию и называется Педроччи. Вот такое кафе, его название. И вот такое кофе вы можете попробовать только в одном месте. Не то, что в мире, а даже в Италии. Поэтому 3 евро и воспоминания на всю жизнь. Какой-то бариста Антонио Педроччи придумал уникальное кофе. Кофе с мятной пенкой. И готовят его только в этом кафе. Наверное, запатентованное. Вот так выглядит это кофе Педроччи. Слой кофе, слой мятной пенки, сверху посыпанное шоколадом. Обязательно побывайте в Падуе, в кафе Педроччи.